сборную всегда мы приезжаем только с позитивом. Конечно, приятно, когда тебя вызывают. Вот, и приехали, наверное, плодотворно нужно поработать. Всем ребятам, кого вызвали, подготовиться. Вот, потому что впереди очень важные матчи для сборной. Вот. Я всегда приезжаю в сборную, доказываю тренерскому штабу, тренерам. И всегда работаю над собой. И как бы всегда у меня здесь мотивация запредельная. Мне очень нравится сюда приезжать, приятно. Это сборная Украины, наверное, это вершина, да, как бы для любого футболиста. Играть здесь, быть здесь. Поэтому восприняли этот вызов, наверное, с счастьем каждый, да, и надеяться попасть там в окончательные, да, там, заявки на матч. Поэтому будем работать. Есть еще достаточно времени, да, потому что собрали нас, наверное, чуть раньше, чем все сборные, насколько я понимаю. Вот, поэтому это как раз еще больше плюс для команды, потому что есть время подготовиться.